честь Дня города на площади у монумента Сарана прошло масштабное мероприятие. 40 мастеров плова приготовили 40 казанов плова. Отметим, что такой кулинарный конкурс в регионе проводится впервые. Фестиваль плова проходит в регионе впервые. Всего за неделю организаторы собрали свыше 300 заявок на участие. На площади Сыр-Ана установили 40 казанов для 40 конкурсантов. В 4 кулинарных зонах приготовили по 10 казанов плова с бараниной, кониной, говядиной и верблюжатиной. Помимо плова, кызылординцев угощали свежим шубатом, горячими баурсаками, сладкими дынями и арбузами. Порадовал горожан и импровизированный этноул, в котором была развернута выставка изделий прикладного искусства. Символично, что мероприятие объединило мастеров плова, потому что Кызылорда – это ведущий рисоводческий регион. Мы экспортируем продукцию в 13 стран. В этом году мы собираем хороший урожай, и это, конечно, очень радует. По итогам конкурса гран-при завоевал Амир Тажибаев из Алматы. Первое место досталось кызылординцу Баужану Баймагамбетову. Второе место разделили Гульмира Урмашева и Санжар Эркашев. Полимажек Сылыкова и Жумаш Бахаев заняли третье место. Победители были награждены денежными призами. Динара Сензебаева, Азамат Ауисхан, Айбек Каржабай, Дархан Тоқсейт, телеканал Кызылорда.